типа со стаками вправо, там влево по разных кутках, типа или Если как? вы стакаете стаки, вы уходите вправо либо Вообще влево, их не так, чтобы не набираем. взорвать всех остальных людей. Но Или вообще вам стака на типа первой фазе или максимум, да. типа просто стоять, типа не пиздить. Хорошо. А эти как его взяли? Трудили-то, блядь. Никто не умирает, особенно в Локинах. Лево близко. Almost about it. Беги, малышка, беги!
чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение не окончится! Фридом! Право близко. Центр. За глыбами, центр быстро. Очень близко. Влево. Близко. Центр. За статами следите только. Мне по центру неудобно ловить все. Просто не успеваю физически. Бам нахуй. Вромбиксон. Блять, Фридом, блять. Сука. Спасибо. Да я ебал, стекай хулипало нахуй, хилить за глыбы без частиц вот это вот, блядь. Никого нахуй за глыбы не убивает, если вы стоите нормально, блядь. Не надо пиздеть. Это был первый правный трай, нахуй. Пока ГП не давай. Я вам еще раз говорю, этот босс легче, чем Сурафанг, нахуй. Если вы увидели, что с первого трая мы довели до нормально до второй фазы. Если бы не эти големы и смерти, нахуй. Не надо, Войд, это первый трай был. Ну, серьезно. Войд, успокойся, нахуй. Если со второго трая начнут так тупить, тогда вперед. Нехуй петь. С этого трая можешь ебашить двойное ГП, нахуй. Не двойное. А, нормальная как. Не, Малик, это нормально по хилу у нас вроде, насколько я вижу. Блять, ваншоты просто не прохиливают. Поставьте рыбку, пожалуйста. Мы сейчас фигнем одного топового ДПСера тупо просто так, да, на? Да, с хилом хорошо все. Нахуя нам 7 хилов?
опять по брестам. Рыбу надо было всем ставить, ладно. Какие метки, череп и тому подобное? ДБМ. Освобожден. Я ж тебе говорю, ДБМ освобожден. Что по левой на? С правой помогите. Малик, это боит. Это не убежал. В одну метку станьте убить на. Не в одну точку, в разные бы умрете. У них нет мозга. Почему умирают самые, блядь, изичные классы, которые могут сейвиться налегке? Он разве на взлетке или на притяжке умер? Ну, он на притяжке умер, насколько помню. Да, бомб. Чулан как-то... А, Чулан умер от этого, от освобожденки. Его не успели похилить. Не заезжай звездопад под освобожденку, да? Везём. Мне надо... Крутый, блядь. Так, стоять точно всю... То есть твоего персонажа за... Противоположно, блядь, бомбик поищет. Закрыть, нахуй. Значит, тебя шутят. Чуть будешь, блядь, вылезать. Ребята, если чё, тут глыбы, нахуй. На 200к хп имеет меньше, чем в обычке, так что, блядь, поосторожнее. Ты видишь, как бомбы падают? Плюс поставь. ПК еще ходит. Уже вышел. Нет. Человек. Где турбана?
2200. 2600 плюс 2600. Ты давай ГП мне и этому Изюму за то, что упали второй трай. Изюму дали. Чё, идём 24 тела, ёб... Чём? Так как слово... Миша про турбо сдвиги, нахуй, ёбаный. Миша про... он этот самый, он немного подбухал. Поэтому лучше не стоит, мне кажется. Ой, назад, профи-хард, а профи-хард так ему не закрыли. Ой, ну зад, говорил, может помочь. За фул ЕП. Бузер есть, да. Можно царю отписать. Фелшер, да. Фелшер умрет. Потаскушку заломана, нахуй. Войт. Довели, блядь. Трой фаза. Сколько человек? Ну так вот, ты... нахуй. Пошли в 24 тела и в хуй дуть. Сможешь карочку? Не, на самом деле турбо бы и заебись убили бы. Хаярочку, блядь. Все нормально, все заебись. Убиваем нам. Ты, надеюсь, не менял, блядь, танк? Менял. Да чтоб мне кидать, нахуй, это. Время пока, а, есть, да. Да, насчитай так же по 200, нахуй. Они наберут свое, блядь. Будут тупить, будут нахуй набирать ГП, все, ёп. Мы, блядь, тут будем сидеть еще минимум, блядь, полчаса. Хуй его знает, чек еще. То у меня, блядь, 3 штуки осталось. Как раз на 3 трая, нахуй. Лак по хантам, Шредер, раздай пока есть. Босс легче, нахуй, сука, еще раз. Позицион ты все, ёб. Ненавижу геометрию. Опа, нету, да, блядь? Что-то, блядь, вас влево тянет. А, права. Малик, напиши, чего ножку поднял. Делать как волк по гильдиях, блять, просто нахуй делать пробежку, блять, по гримару, нахуй, и ставить, где, блять, метки должны, где бомба падает. Глыбу убил, блядь.
Какое мне ГБ? Я, блядь, вообще в склепе был, меня разбили. Там воют реально, они все упали из-за того, что глыбу убили. Я вам только ну, что, вот блядь, трое, говорил на... там упало. Осторожно, блядь, по глыбам. То есть император не... был в глыбе, за глыбы ныкались, добили глыбу до того, как бомба приземлилась. За быстро. Это точно не виноват. Всем, кроме меня, потому что у меня ноль урона по глыбам. Напиши в этом в 10 текстовый канал. Создай гайд. Я одно не понял, откуда в холле пала вот эта вот хуйня в рекаунте, блядь. Нормально. Второе исцеление, чё ты, блядь? Он магёт, нахуй. Универсал, блядь. И цепнуха хуярит. Во, видишь? Говорит, всё может, блядь. Всё заебись. Да. Кулак поваром, нахуй. Щиты, кстати, не работают. Но пробивающий. Ну, типа он не абсорбит. Кулак. Ох, сука. Шатер, кулак поваром, да? Вечно на Джайн. Пить до БМ пишет. БМ что, прикольный? Ёбаная, блядь. Стакис. Тут завис. Чулан висит. Ну блядь, чулан-то нахуй отбежал от притяжки. Сказал ему кто так нахуй, так и делают, блядь. Потому что когда ты говоришь нахуй бить автоатаками, они тебя нахуй не спринимают просто буквально, блядь.
Да нахуя ты это делаешь? Скажи просто до там 150к. Ебаные метки. Так нахуя ты сказал этим, ну блин, РДДшникам, милишникам бить автоатакой? Ну смотри, двое задохнулись или сколько. Проблема не в этом. Я почему-то не автоатаками бил нахуй. Остальные взяли, блядь, это буквально сприняли. Как, блядь? Этот, как его? У нас леса нету, просто. Изюм не резай все, посмотри. Не должно у тебя. Один с изюмом начисление. Я бы сейчас глянул нахуй, где он. Да он на второй ступеньке. Еще кто-то будет пиздеть за рон, нахуй начну хуярить ГП, блядь. Вот он тут стоит, да. Где? А ты видишь, где шанс прыгает? Блядь, да вон он, ёпта. Нихуя себе, как его достало, блядь, отсюда. Если я... Да вот что так и было. Какие такие сапоги? Да. Чего, не лестница? Ну, вставай, бежу. Идем, погоди. Где? Чего это на ботах в чат? Ловкость там на 2. Погоди. Ему просто нужно ближе подходить перед. Да он похуй может... пусть не бьет, зато не умрет. Не, он здесь. Раз больших радостных у меня нету. Почему? Стой, блядь! Но. Да я хотел ему зачалить хождение, блядь. Обмен не кинь. Вот тут прыгаю. Изюм, обмен кинь, справа прыгаю, быстрее. И ботинки. Видишь, звезда? Да, звезда, ё-моё, изюм. Ботинки кидай. Стараюсь отбежать, не знаю, но... Отпрыгнул, побежал. Ботинки кинь. На вторую у меня нет уже. Сейчас хотя бы такая ХП еще побольше будет. Следи за обморожением. Хоть на хантох на хуёво стакается, но может, блядь, стакнуться так, что тебе просто нахуй от обморожения сдохнет. Давай, чекнем. Ты еще интро не поменял, чего он? А, он не в Дискорде. Блять, фласки проебал. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Сука, доведу ханта до четвертой хаты. О, как это? Нахуй, прыгает, отпрыгает. А. Здесь ваше вторжение!
Какой нахуй дух стаи, алё, блядь? Не дух стаи, не врубайтесь. Лево далеко. Лево опять. Лево близко. Диване у нас. Нахуя вы убегаете в самый верхний вопрос? Слышишь, предложение есть. Сейчас все упадут. Смотри, во-первых, нахуй, когда закрыли рот. Во-первых, когда идет нахуй взлетка, фаза, нахуя вы убегаете в самую стенку, блядь? Чё это вам дает? Это вам нихуя не дает. Вы когда замораживаетесь до того, как появились глыбы, вы все стоите на первой, второй ступеньке максимум. Появились глыбы, вы поднимаетесь на две ступеньки, все стоите, блядь. Тогда вы все успеваете прекрасно убежать. А теперь я скажу. В нормале все помнят, блядь, этот самый. Как глыбы ставятся. 5 глыб. 6-ю можно поставить вот чуть дальше, чем тотем. Так люди не будут путаться. И вы спокойно добьете, и, блядь, как бы люди не будут путаться. Люди не привыкли к этой хуйне. Что, блядь, 2 ряда по 6, не все могут так. Ой, до пизды, не до пизды, а люди умирали на прошлом трае. Давай попробуем так. Ну, кидай людям дальше КП хули. Ну, либо так, либо дальше будем вайпаться. Тут сложно, сука. Потому что они, сука, не умеют нормально прятаться. Они, у меня есть ёбаный рот. Вот ты нах, армор закончился. Глупцы! Зачем вы сюда явились?
Ну, отряд такие слова сказал, блядь. Два кадра в секунду, сука. Ну, я же говорю. Я отлагала сразу, нахуй. Как заебись. Вот куда вы нахуй побежали? Лайн свободы дали тебе по Айвинар? Лево. Он меня поднял. Лево близко. Лево очень близко. Можно поддать? Амина. Это, ну ладно. Есть ассасин дарин. Почему вы так далеко уходите, Инна? Да. Да.
Он лагает, он лагает. Чё-то налево-то не вынес. Там таймер же убрался, все равно в первое налево. Это пизды, блядь. Если есть тактика, нахуй, лево-право, значит есть, блядь, лево-центр, лево-центр. Да, ну вот, я сейчас только сел, кстати, был. Я, сука, молчу, пока не горю, нахуй, все нормально. Ой. Ой. Войт. Я ж тебе еще раз объясняю. Там, соответственно, 25 секунд после начатия второй фазы, та притяжки. Первая глыба выносится налево, вторая несется на центр. Ты новый РДД хилл. Ну, что ты мне говоришь? Еще раз говорю, Вой, ты видел этот рейд, нахуй? Ты видишь, как люди, нахуй, делают, блядь? Они, сука, лайпаются от бомб, нахуй. Так почему не делать просто, нахуй? Ты думаешь, они, блядь, среагируют, нахуй, не уебут с центра или чё, нахуй? Короче, давай последний трай. Дайте мамонта, Джейвс. Значит, Медвей. Он сон. Так, шансон уже дал. Я шансон уже дал. Изюм. Изюм тоже дали. Чулан. Медвей. А, медвей оборожение, да. Медвей в конце умер. Когда сказали палец. Да, медвей умер в притяжке, потому что лагал. Все равно начислили. Исключений нет. Ничего не надо переставлять. Выноси первую налево, на вторую на центр. Все. Так это идет. Давай, чекаем. Никаких нахуй изменений во время боя, блядь, вынесение меток, блядь. Сбивается хуйня, потом начинают люди, которые вообще... Потом, когда сыграемся, тогда будем уже изменения, всякие подстраивания и тому подобное. Двадцать пять секунд эмоций, минута 13 посольства, ударили на 5-2. Можно завтра сделать допронос вместо 25-ки норму. Не все. Я могу уверенно сказать, что никто не придет. Не все придут. Профа мы убили. Теперь с профом будет проще.
Вам надо оставлять хотя бы одного босса, которого мы можем убить, когда люди подойдут. Можно завтра и потраить, если кто-то придет. Все оставляйте, например, кровь. И кражан гер хотели. Буду делать нахуй армса, заебали эти стаки нахуй. Изюм, ты лагаешь или что? Просто напиши нахуй. Слева близко. Справа, ну, по центру. По правой ноге бейте. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Мальки добавит. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. На мне тоже. Я в глуби нахуй. Слева близко. Где, блядь? Далеко. Справа, далеко. Справа, блядь. Справа, блядь. Чего он вылет? А нет. Ой, супер. А, ну. Поверну. Да он отыкашет. Маликет, давай вставай, бегом. Сжимает сердце.
облеск. Да не, вылетел он просто лопнул. Танк. Стойте, стоп. Вот теперь добивай. Нету этого, Ланя. Второй длань на микстурку надо было кидать. Ложимся. Тут надо назначать еще одного паладина. Потому что ледяное это хуйня замедляет танков. Для этого дает. Замедляет. Расскажи, давай, как она не замедляет нас. Блять, да. Почему Алиса сейчас выжила? Потому что я кинул на нее длань. Ой, серьезно. Дима, погоди. Дима тут? Да. Тебя, ты как ходил? Медленно или нормально? Нормально. Значит, это первый скал. Так, ладно. Начисляем. Конечно, изменяешь, но все. У нас и так все нет. Давай, начисляй. Да. Рахил. От ауры он умер, ну. Рахил. Запасайтесь с родствизистом. Нет, куда? Понятно. Три, даже двух. Ботинки, пояс, плюс сопрот, плюс аура, там как раз капу 417. Изюм, напиши в гильдии, почему ты дох по КД, блять. Лагин, нахуй, блять. Незнание своего класса, незнание босса, блять. Да. Числа. 200. 1. 300. 500 на чистый. 500 на чистый. Давай, комиссарь. Что сделал все-таки? Аукцион. Хотя бы символично звучит. 500 на чистый. На 300 это средненькая циферка такая. Каждому. Ой, это тебе на работу, да, уже сейчас? Да не, что я вас на профе провагонила, у меня чихнуло. Тебя этот как? Слышишь?
Кто еще кого? А, тебе что, за снарвот, что ли? Я так думаю. У тебя вроде понедельник, среда, пятница, если не ошибаюсь. А, Мидвей, чё так там по царю? Он вернется? Не знаю, ещё. Сейчас буду разговаривать. Угу.